Всем-всем большой привет! Привет! Мы с Максимкой хотим похвастаться таким шикарнейшим сюрпризом, который к нам приехал от Жанули. Кто подписан на канал Жанночки, те наверняка не так давно смотрели очень-очень классные у нее покупки. Это мыло ручной работы. Когда она показывала эти фигурки, у меня просто глаза горели, руки чесались. Ну и Жанули упомянула, что одно мыльце она точно отправит маленькому мальчику, который очень любит котиков и который сейчас рядом со мной пляшет. Ну, оказалось, что это тот самый молодой человек живет вместе со мной. И давайте я начну именно с этого сюрприза, который приехал к нашему Максимке. Вы только посмотрите, какая красота! У Жанны в городе живет молодой человек, который сам делает такую красоту. Он сам разрабатывает формочки и делает вот такое мыло. Когда он Жанне пришел на работу и показал то, что он делает, она говорит, я хотела купить у него все вместе с сумкой. Ну и она поделиться решила со своими близкими, ну то бишь с нами, этой красотой. Да еще так вкусно пахнет. Да, это еще красота, так вкусно пахнет. Вместе с мылом приехали сладости, и первое, что Максимка подумал, что этот аромат идет от сладостей. Представляете? Настолько он вкусный. Да. Зная, что Макс наш кошатник, вот такой милейший просто котик, приехал, ничего не повредил. Давайте попку покажу. Вот такая у нас попка-то симпатичная. Такой бело-рыженький. Он очень красивый. Он какой-то, мне кажется, кремово-розовый даже, на ромашке и с прекрасной божьей коровкой. Я специально долго кручу, потому что... Поймала. Как будто тортик, даже пахнет как тортик. Да, представляете? Вот он так вот сидит, на своего котенка любуется. Так бы и съел. Так бы и съел. Говорит, не уйду, мам, буду с тобой снимать. Но так как мыло-то люблю я тоже, ко мне приехал вот такой милаха Тедди. Вы только посмотрите, лежит на подушке. Прям как я с утра. Когда надо вставать и работать, вот я точно так же валяюсь и делаю вид, что я все еще сплю. А с этой стороны он выглядит будто на диване. Да, вот такая красотень. На меня похож. И на меня. И на Макса, да. Когда... Я не буду говорить, какими частями тела. Но похож. Ой, такая милота. Как оно пахнет. Это не передать, как они пахнут. Макс, на сирень. У нас сирень мы сегодня нарвали, да? Там дождь, и она пахнет после дождя очень вкусно. Только что нарвали. Да, только что нарвали, чтобы вам тоже пахло, если это возможно. Ну и третий кусочек, я вот так поставлю сразу в коробочку. Это вот такой вот красивенный Тедик. Он нам привез цветочки с собой от Жанулечки. Но я думаю, этот Тедик, это уже сама Жануля. Я в подушке. Макс на ромашке. А божья коровка это Степа. Ну, это наш Степа. А это Жануля с букетом, с красивенным. Вот так вот от всего сердца приехала эта посылочка. Ну, рассказывай. Он пахнет прям как желе. Так вкусно пахнет, прям не передать. Ну-ка, эмоции. Так вкусно пахнет. Сейчас бы еще раз бы понюхал. Ну, на, понюхай. Простите, что у меня вот так вот камера прыгает, но просто эмоции настолько захлестывают. Не хотелось, конечно, ждать, когда они пройдут, потому что просто кипит внутри все от счастья, от радости. Когда я открывала посылку, у меня был тихий шок, я просто аж это с замиранием сердца открывала и слова там глотала все. Настолько это классно. Это прям лимонное желе. Да, вот так они пахнут. У каждого свой аромат, и ароматы очень сильные. Но они приехали не одни. Мы же еще любим мыться. Жанна знает, что это мы ни за что не используем. И поэтому приехал вот такой классный шампунь. Написано «Made in Europa». Давайте я вам поближе покажу.
Для чего он? Тут я нашла даже на русском языке аннотацию. Видно, да? С маслом каноэ, маноэ и карите. Я сейчас опять ошибаюсь в словах. Вот такой вот ультраделикатный шампунь. Ну, видно. С огромным удовольствием попользуюсь, потому что такого у меня не было. Он такой прям кремовый, достаточно густой. Спасибо, Жануль, ты все время меня балуешь чем-то эдаким, редким и неизведанным. И меня. Да, Макс не зря сказал, что и его, потому что для настоящих, только для настоящих, вот здесь так и написано, мужчин, приехал вот такой серп и молот. И мылся Гагарин. Да, и мылся сам Гагарин, вот оставил половинку. Макс. Ну, это, наверное, шутки. Называется гель для душа Гагарин. 100% ураганная свежесть. Формен. И вы знаете, мне очень понравилось, как оформлен сам бутылек. В общем, вот здесь вот звезда. Здесь под наклейкой видно серп и молот. И ну, еще и колосок. Вот это, да, и колосок по кругу. Так, как здесь. Это увеличенный. Да. Вот такой вот классный, прямо редкий какой-то гель для душа. Долго я не искала в моем доме настоящих мужчин. Они быстро объявились. Степа даже мяукал, говорит, я тоже сам настоящий. А самый первый объявился прямо здесь. Да, он уже тут сидит, понимаете, настоящий самый. Спасибо, Жануль, от обоих моих мужчин, от троих мужчин. Да, Степа, наверное, тоже счастлив. Чего, Максим? Так, дальше. Еще был вот такой интересный крем для рук от серии «Каждый день». Я никогда не пробовала эту серию «Каждый день», но я знаю, что этот крем все хвалят. Многие девочки говорили, что он очень классный. И он с ромашкой. Вот такой 50 мл. Конечно, кремы для рук я очень люблю, поэтому мы им воспользуемся с огромнейшим удовольствием. Давайте я вам покажу, какие вкусняшки были как для меня, так и для Максимки. Впервые я, кстати, вижу такое кофе. Я уж не буду тут. Ну вот. А это не все, еще есть. Вот, еще есть. Это кофе капучино. Вот так оно называется. С дополнительным пакетиком шоколадной крошки. Эти пакетики находятся сзади, приклеенные к основному пакету. Можно шоколадную крошку? Вот, видишь, Жануля, оказывается, шоколадные крошки уже у меня таскать будут. Ну, можно, конечно, в молоко добавишь, либо в какао можно добавить. Какао вкусно. Ну, да, будет очень вкусно. Или в горячий шоколад. Да. Так, ну, конечно, были сладости, на которые Макс и подумал, что это пахнет от них в первую очередь. Потому что они такие вкусные. Да, это мы любим. Тем более мы на этом ограничены. Будем кушать долго. Вот такая вкуснота. Это даже сгущенка или мед. Да? Внутри. Наверное, сгущенка. Наверное. Я все вам Макса показываю, потому что у него такие эмоции смешные. Он так вот прямо восхищается. Ну и чтобы мыльце наше доехало, знаете, в чем оно было обложено со всех сторон? Это шикарными, я так была рада, салфетками. Салфетки от фирмы «Каждый день». Первые для электроники, влажные салфетки, их тут 100 штук. Макс сразу решил, для кого они. Он там за цветочек, поставь их. Угу. Следующие салфеточки были влажные для стекол. Ну, понятно, это уже для меня, для уборки. Жануль, спасибо. На самом деле, я ни разу не пользовалась, чтобы салфетка была именно вот для конкретных целей. Там рядышком клади. И третьи салфетки, тоже от «Каждый день», тоже 20 штук, как и во второй, для СВЧ печей и холодильников. Вот такие еще были салфетки. У меня есть как печь, так и холодильник, так что с огромным удовольствием будем тестировать, потому что это я никогда не использовала. Наша коробочка пустая, счастье наше переполняет нас. А можно я расскажу историю, как я выбирал салфетки? Ну, рассказывай. Сначала я посмотрел, о, какие салфетки классные. Смотрю, о, это я, наверное, возьму. Для СФЧ печей и холодильников. Не подходит. О, влажные салфетки. Для стекол. Для электроники. О, вот эти мне как раз нужны. Да-да-да, так дело и было.
Вот такая шикарнейшая радость к нам приехала. Очень-очень мы рады. Я на этих тедиков, на этого киску так все и любуюсь. Спасибо, Жанюль, огромное за позитив, за хорошее настроение, за такой щедрый и класснючий подарок. Не знаю, отдала бы я такие фигурки, если бы мне молодой человек их принес. Наверное, тоже купила бы все вместе с сумкой. Поставим все на полочку и будем радоваться, вдыхать их аромат и тебя вспоминать. Ссылку на канал Жанюли, конечно же, я оставлю. Вдруг есть кто-то, кто не знает, что у нее есть канал и очень интересный канал, потому что она очень серьезно подходит к созданию роликов, всегда все делает качественно, в отличие от меня. И у нее очень интересные обзоры, как на покупке, так и она дает свое личное мнение, очень подробное, качественное, и старается полностью рассказать о продукте, сначала его потестировав. Вот это мне очень-очень нравится в ней и в ее канале. Я надеюсь, что вы радовались вместе со мной. Проходите, знакомьтесь с Жанюлей, кто еще не знаком с ней. А мы с Максимкой с вами прощаемся. Пошли пить чай, кофе, да? Ага. Кушать сладости и расставлять по полочкам наших красивых мишек и котика. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем пока.